Прошу вас, занимайте свои места. Сейчас Шамаша будет читать нам молитву на русский язык, и потом сразу начинаем. Я знаю, что устали, и вы тоже думаете, что устали. Поэтому прошу вас тихо, спокойно, без разговора. На родной, я не хочу, чтобы каждый из вас общался со своим другом. Буквально час, и все, хэлет Аллах, закончим тебе и по домам хэлет. Учение о Светлом Христовом Воскресении, Мальпанута Гада. Радость, полное разнообразие движет мною сегодня. Да повторю слова пророка, все день сотворенный Господом. Придите ликовать и радоваться в этот день. День, которому не было подобного прежде и не будет после него другого подобного ему. Это праздник великий, краса и гордость всех праздников других. Это радость великая, подаренная сегодня церквам. Приди с миром день новый, в котором прекратилась власть тьмы. Приди с миром день, не похожий на позавчерашний, и прекратится власть ночи древней. Приди с миром день светлый, несущий прекрасную весть. Приди с миром утешитель заблудших, увеселитель опечаленных, собиратель рассеянных по земле, приближающих удаленных, радующих стесненных, придающих храбрость ужаснувшимся, сеющий добрые семена в слуху учеников. Приди с миром день, не имеющий вечера, и утро радостное, не опечаленное закатом дня. Приди с миром день, который день не постигнет смерть, воскресенье, в которое не случится падение. Приди с миром первенец дней, и оба мира украсятся даром твоим. Смерть пала ниц, а жизнь вознеслась. Ад запер, крещение открыто. Левая рука пуста, а десница гремит, как гром. День позавчерашний был поглощен пастух, и разбежались овцы его. Сегодня убежали волки, и возликовала паства. Позавчера Иуда получил взятку. Каиафа правил как царь, и ему послушались. Кнания осуждал. Книжники возмущались, Пилатус сидел, Господь наш прислонился к столпу, Андреус бежал, Шимон натрекся, Йоханнан удалился, Тома спрятался, Яков изумился, и все ученики во все пределы удалились. Сегодня же Каиафа посрамлен. Знание порицает, Иуда удавился, злато презренно, книжники не ведут речей, главы собрания прячут лица свои, левии укоряют друг друга, Пилатус удивлен, мятежников и стражей нет, собрание волков разбежалось, пастух говорит с овцами, а паства учуяла запах его и заволновалась. Мария ликует, Соломея счастлива, Магдалета несет благую весть. Ученики подняли голову, апостолы вышли из укрытий своих. Шимон и Йоханан побежали к могиле. Матей и Бартоломай ликуют в радости. Андреус и Яков забыли печали свои. Тома признал, Пилатус восславил, дорога к могиле, как трубный глаз, а Голгофа замолкла. Ушла печаль на левую сторону, а утешение стало одесную. Врата могилы — свадебный чертог убиенного. Здесь под один глаз скажем смерть.
Где твоя жало? Ад, где твоя победа? Сегодня получили мзду стражи и сказали, ученики похитили его, когда мы спали. После же был он увиден Марьей Магдалиной и другими, и уже открыты лица апостолов, говорящих, знаем же, что Христос восстал из мертвых и более не умрет, и смерть не властна над ним. На эту же радость мы призваны, на этот праздник приглашены, обнимем же друг друга с любовью и поцелуем с приязнью. Пожелаем мира друг другу, мира без лукавства, без лицемерия, мира не от противного учения, мира не от Искариота, получившего виселицу воздаяния, мир, который послал Спаситель на сон апостолов горниц, мир с вами соборным, мир же есть прекращение старой вражды, ибо к миру мы призваны, и рабы ради мира собрались, как делаем обычно каждый год. Воскресение вам и жизни во Христе! Господь освободил вас от смерти, из смертных сделав бессмертных, из сынов Адама христианам, из земных небожителей, из имеющих низшую душу духовных, вместо язвлящих сделал вас спокойными, вместо мятежных – безопасными, вместо гневных – приятными, вместо проклинающих – милосердными, вместо дерзких – кроткими, вместо чванливых – скромными, вместо высокомерных – мягкими, вместо угнетателей – принимающими милость, вместо блудных постящими, вместо пьяных воздержанных, вместо наглых скромными, вместо ленивых усердными, вместо грешников праведными, вместо плохих справедливыми, вместо злых добрыми. Возлюбим же друг друга от всего сердца, ибо к этому миру мы призваны, о возлюбленный. Ударяйте в ладони. Славьте величаво, возвеличивайте в Господе. Славьте сегодня того, кто восстал из мертвых. И воскрешением своим воскресил всех нас. И как разбойнику одного с нами рода обещал, сегодня будешь со мною в раю, то и мы вместе с ним удостоимся принять преображение его небесное и стать сопричастными царству его небесному. Аминь. يا ماري الأم القديسة ومسجد بي شلام بارك يا ماري الحياة القديسة ومؤسس بي شلام آمين آمين قل يا ماري الرعية القديسة وبابة بابوات وريس بريشانة ما وقعت لي قباطر يركيس وطرب يومات عيدات ملوك إيدات وخطر شلام آمين آمين بارك يا ماري بارك يا ماري الكهنة مقابش المجتمع آمين آمين بارك يا ماري المشمشانة زهق المجتمع آمين آمين بارك يا ماري الساوي وسندل الخطى المجتمع آمين آمين بارك يا ماري العليم الجوانق قد جوجي برخة المجتمع آمين آمين بارك يا ماري الطاير يا لسوري ود الخكيمة برميانة المجتمع آمين آمين بارك يا ماري اليلود بشلامة. آمين. آمين. بارك يا ماري الإيلانة ومسجد قنياتي بشلامة. آمين. آمين. بارك يا ماري زرعي وشرتخي بشلامة. آمين. آمين. بارك يا ماري العتيرة وشرت القنيانة بشلامة. آمين. آمين. بارك يا ماري التجارة وبركبين بشلامة. آمين.
داری بوسا مقم جانی عم بغره متو مريخ يومات وزريب لب رحمة وخوسانة الطايب كريستيانا من تبيداد وطاوات بشتامة آمين آمين بارك يا ماري بشيم وهلا لب بشتامة آمين آمين بارك يا ماري المسكينة وترسي لي بشتامة آمين آمين بارك يا ماري القريباي وتكبر لي بشتامة آمين آمين بارك يا ماري كل اللي تكون كريستيانا قد مزيكي بشتامة العيدة واقف بديشة آمين آمين إيمان إلى جوانا باش أريد وقيمت جوانا تبيش مخويتا وراز وطوس ومسالة وتبيش تمم وتبيش مخشق مخشق كلا قد خاد خادوت وشبخ بيرتوت مسق خطرة وتوديد الباب إيده الكروخ قدشة وعلى كل شن كل من مرزه وعلى كل شيء بشمه قديم يوم جميعا كديشنا رخ وخنان وهاوي وشبخي وكالي وهكمي ومن يخي اللوغن داموثا هدية كل زونا والعالم أمين آمين الموتى صاوم الخير بقيامته شمي وعرض